точно есть планы по развитию производства и по диверсификации. Наиболее востребованные профессии сегодня – это тот персонал, который требует такой высокой квалификации. Это и ремонтный персонал, особенно автоэлектрики, коллеги, которые работают со слабыми токами, безусловно, IT, но и те коллеги, которые работают на рабочих специальностях, они долгие-долгие годы будут востребованы и все более, наверное, востребованы. Потому что, как сегодня сказал исполнительный директор, наш объем горной массы достиг исторических максимумов. Мы не вынимали столько никогда в истории и советской, и российской алмазодобычи. Поэтому все профессии по всей линейке, они будут, безусловно, востребованы на достаточно широкую перспективу.